Сондықтан мен егер де елбасы болып отырып осыдан бір жерде таятын болсам, сіздермен айырмауларыңыз керек. Себебі ол мемлекеттің мүддесіне балта шапты деген сөз. Смотрите, как написано в Конституции. Там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу вот оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции.